Всем привет! Вышли в город. Сегодня маленько подольше поспали. Вчера удачно отметили мамин день рождения. Вот. Сейчас пришли в город. Нам надо кое-что докупить в поезд еще. Сейчас зайдем в Магнит и пойдем еще на рынок. Хотим сумку посмотреть. У нас сумка. У меня Вова ее постирал перед отъездом в кипятке. И значит, она у нас вся стала тонкая, никудышная. В общем, нужна сумка. И ему в командировке ездить, и до дома доехать. Поэтому сейчас пройдемся маленько. Это крылышки-то. Где? Это все закрыто. Че, в пятерочку? А? Что же бывает-то? В пятерочку? Ну, надо под огурчики, ну, под помидоры. Ты помидоры туда положишь, чтобы они, если что. А эти огурчики почем? По 76,90. Это гладкие. А, да, ты гладкие берешь? Мам, пойдем покупать кроссворд. А какой тебе надо? А, здесь-то не кроссвордики. О, этот, Милен, нам не надо такое сильно толстое. Давай вот, смотри. Я милый хочу. Нет, это не такие кроссвордики. Это киска. Что, подойдет такой? Милен, пошли, там уже бабушка ушли. Я его даже что-то не пойму. Найди мне там паспорт. Вон он. Вот это дай мне. Вот это дай мне. Какой? Нет, этот очень толстый. Это не кроссворд, а филворд какой-то. Ну да, филворд. Ребят, кто-нибудь знает, что это такое? Что это за фрукт? Такой вот интересный. Мы его разрезали. Вот такая вот серединка у него. Но до такой степени противный на вкус. С горчинкой маленькой и... Это не зрелое, а дамовое яблоко. В общем, Вова говорит, что это какое-то незрелое адамовое яблоко, но мы не можем понять, врет он или нет. Вот если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это такое. Мы его прям увидели, они попадали с дерева, мы ходим в магазин, и мы подняли вот одно, принесли домой, разрезали, ну, редкостная гадость. То ли оно недоспелое, то ли что. Ну, в общем, напишите, пожалуйста, если кто знает. Мы уже собрали сумки, сидим уже на чемоданах, уже такое настроение уезжать. Вот, видите, что у нас с сумкой тут произошло. Вот. Лопнуло от того, что постирали сумку на 90 градусов в стиральной машинке. Вот, что-то сегодня ходили, сумку мы не выбрали. Какие-то вот такие вот маленькие, как моя, вот такая вот есть. А вот таких вот больших мы не нашли. Ну, решили по приезду вроде купим, когда приедем домой. Мои уже ушли на улицу. Пошла тоже. Сейчас у нас скоро ужин. Вот, скоро ужин.
И сейчас, наверное, на море сходим еще. Значит, погодка так испортилась, знаете, прям вечером достаточно прохладно становится. Вроде бы с завтрашнего дня или с 1 ноября. Что-то вроде сначала говорили с воскресенья, а сейчас говорят с 1 ноября здесь портится погода. Прям значительно портится, поэтому мы уезжаем вовремя. Да и уже и домой охота, уже соскучились по нашим животным, по дедушке. Вон там один у нас бедненький на два дома бегает. Нашу живность кормит, свою. В общем, уже охота домой. Буду скучать по этому дереву. Оно такое огромное. И прямо вот камера не передает, какое оно величественное. У него такой столб. Прям интересный такой весь. Ветки толстые. Очень красивое дерево. И здесь такие вот шишечки маленькие. Красивое очень. Вот. Сейчас здесь бабушка сидит у нас вон с Вовой. Лера, Милена все на лавочке сидят. Сейчас пойдем. Маленечко. Маленечко погуляем. Да? Да, Лерусь? На море пойдем? На море? Да, хоть на море сходить. Завтра ставь на тормоз скорее, сейчас укатится. Ну пошли. Не трогай коляску, пока Милена укатится, сейчас не удержишь. Посмотри, какая гора. Пятачок кинем в море. Да, пятачок надо кинуть в море. Хоть нам здесь... Я камушки в море кидать буду. Хоть нам здесь лечение не понравилось, но здесь ноги. Есть море, солнце. Ноги. Да, Лера говорит, ноги, массаж ей понравился, аппаратный. Вот, зато ну, здесь давай, есть... Море и солнце куда лучше, чем сейчас бы сидели дома, да, доча? Сидели бы дома, у нас там грязно, слякоть. Ну, сейчас вроде погода наладилась. Пошли. Сейчас пойдем, сейчас вон папа докуривает и идем. Нельзя же по дороге ходить курить. Вот. Привет, привет, Лера машет. Всем привет. Доча, ставь быстрее на тормоз. Будешь смотреть, да? Ну что, пойдемте? Милена нянька катит старшую сестру. Забирает у нас коляску и катает постоянно. Валерию нашу. Мама там отстала. Все идем порознь. Ой, я не хочу. Хотите? Я что-то не хочу семечку. У меня в тот раз от них язык прям болел. Сегодня хоть магазин открыт, сразу столько народу в магазине. Милена, стой, там горка будет. Милена. Ну, докатывай давай, аккуратно. Все, давай папе колясочку. Да, блин, я Что ж ты наделала? Опа!
Лена, это сейчас что было? Я вспоминаю, Кать. Когда милого нет, так сердечко грустит, но букет васильков про любовь говорит. Я приду васильки, вот всю русскую в ночь. Самое счастье мое, васильковая любовь. Самое счастье мое, васильковая любовь. Васильковая любовь закрутила, завела. Васильковая любовь кругом голова. Васильковая любовь закрутила, завела. Васильковая любовь, что ж ты наделала? Играет кровь, голова моя медовая, бросит сердце песню новую, а за новой песнею идет новая любовь. А ты прощай, моя хорошая, кусты ломать, траву топтать, наверное, брошу я. Пускай сирень цветет, пускай черемуха кого-то вечером напрасно ждет. А ты прощай, моя хорошая, пусти ломать траву, топтать, наверно, брошу я. Пускай сирень цветет, пускай черемуха кого-то вечером напрасно ждет.